Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Impact Outreach, и мы ее ведущие Юлия и Павел Чернецкий. Мы рады быть сегодня в ваших домах и делиться с вами предстоящими планами и новостями нашего служения. Мир вам, дорогие друзья! Спасибо, что вы сегодня присоединились к этой программе. И мы так рады быть вместе с вами и провести это время вместе с вашей семьей. Павел, не мог бы ты для тех, кто сегодня впервые смотрит программу об Африке, а мы сегодня будем говорить именно о служении в Африке, немножко в нескольких словах просто ввести людей в курс дела того, что происходит сегодня в Африке, что делает именно наше служение в этой стране. Конечно, это очень сложно сделать в двух словах, потому что объем очень большой, но все же расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и что уже достигнуто на сегодняшний день? Мы возвратимся немножко в историю. 2012 год, когда наша группа, которая, состав которой ты также была, мы вместе были, и ряд других людей, которые присоединились с нами. И по Божьей благодати мы могли помочь воздвигнуть в Африке, в такой стране, как Руанда, благотворительный проект, или, скорее всего, мы его называем хлебопекарный завод, который мы построили для сирот и вдов, которые пострадали от геноцида. И это на самом деле это было величайшее чудо на тот момент, потому что вдовы, для кого был построен этот хлебозавод, они много лет молились молитвой, чтобы Бог послал к ним людей, которые могли бы помочь им построить этот хлебопекарный завод. Каким-то образом у них была эта мечта, у них была земля, и у них была вера, и у них был Бог. И мы, как служение, стали ответом на их молитвы. И с того времени, когда этот проект начался, был запущен в 2012 году, спасибо тем друзьям, кто щедро стал тогда вместе с нами, и мы вместе с вами просто могли воздвигнуть этот проект для Божьей славы и для восполнения нужд, и для проповеди Евангелия в Африке. И на сегодняшний день у меня следующее свидетельство, что от 3 до 5 тысяч единиц хлеба выпекается на этом хлебопекарном заводе каждый день. И более того, вдовы, которые владеют этим хлебозаводом, они сами питаются, свои семьи, детей, внуков. Это большая группа, которая владеет сейчас этим хлебозаводом. И более того, они сами питаются этим хлебом, но также они реализуют этот хлеб или помогают, служат благотворительностью. Они выпекают хлеб, доставляют его в локальную больницу. Во имя Иисуса Христа это все делается. Есть много детских программ даже в других городах, где выпекается хлеб и доставляется для кормления детей. И также этот хлеб реализуется в общественности для того, чтобы кормить людей, которых очень много в Руанде. Удивительно, что мы думаем, Руанда – это страна, которая вроде бы прогрессивная, однако это Африка. И по официальной статистике голода нет в Руанде, но на самом деле мы бываем в Африке. В прошлом году, в ноябре месяце, когда мы были, Америка праздновала День Благодарения, в то время мы были в Руанде, и мы оказались в лагере Кизиба, которая называется, где проживает около 20 тысяч беженцев из Конго. И у нас была возможность, это опять свидетельство Божьих дел, что Бог делает через эту хлебопекарню, которая была построена в 2012 году. Мы смогли накормить этих 20 тысяч беженцев из Конго, детей среднего возраста, стариков, и проповедовать им Евангелие Иисуса Христа, где люди отдавали свои сердца Господу. И все это делается не просто как благотворительность, потому что в мире есть много благотворительных организаций, и мы никогда не сделаем как служение или церковь лучше, чем они это делают. Однако же, наша благотворительность является, она делается во имя Иисуса Христа, чтобы финальным результатом или плодом было спасение человеческих душ и то, что происходит сегодня в Африке благодаря этому благотворительному проекту, хлебопекарному заводу, который был построен. И у нас, друзья, есть видео. Мы хотим напомнить вам о открытии, как это происходило, этого хлебозавода. Пожалуйста, мы сейчас вернемся на несколько лет назад и снова вспомним, как это было.
осталось всего несколько минут до торжественного открытия хлебопекарного комплекса в Гитараме. Я не ошиблась, когда сказала комплекса. Именно комплекса. Потому что никто никогда не мечтал, включая этих вдов в Гитараме, что Бог в своих планах определил воздвигнуть это грандиозное здание. Вы знаете, когда я стою здесь на возвышенности, оно мне напоминает крепость, защищенную каменными стенами. И также это мне напоминает, когда израильский народ устраивал свои города и защищался вокруг стенами. Я думаю, что вот эти вдовы с их детьми, с их внуками будут себя чувствовать здесь очень безопасно. У этих вдов была всего лишь одна вера когда-то. У них не было денег. У них не было связи с другими людьми или бизнесменом. Все, что у них была вера, которая была незаметна для людей. Но Бог почтил эту веру. И Бог сделал это чудо. Не все люди здесь кушают хлеба. Не у всех есть доступ к хлебу. Вот эти дети говорят, что они не помнят даже, когда последний раз они ели хлеба. Вы слушали пастырь, он говорил, что и можно жить до 12, до 13 лет, и ты не знаешь вкуса хлеба, потому что никогда не пробовал. И вы слушали, женщина, она сказала, что она только видела, где продается хлеба, но она не имела представления, что можно делать хлеба. Друзья, вы можете себе представить, что я сейчас держу в своих руках тот самый хлеб, который вы видели на экранах своих телевизоров. Этот хлеб был испечен на открытии хлебопекарни в 2012 году, и я была свидетелем этого потрясающего события. И вы знаете, как было радостно на душе и на сердце, когда мы задавали людям вопросы, когда вы последний раз вкушали такой хлеб, и было ли это когда-нибудь вообще в нашей жизни. И можете себе представить, каково было наше удивление, когда многие из них говорили, что они никогда не кушали хлеба, или старики, которые говорили, что мы уже забыли вкус этого хлеба. И мы благодарим вас, каждого из вас, кто принимал участие в этом потрясающем, чудесном деле, в открытии этой хлебопекарни. Павел, скажи, пожалуйста, почему все же мы должны благотворить? Почему мы должны нести людям не только Слово Божие, но и хлеб? Благотворительностью занимаются не только христиане. Этот секрет благотворительности используют даже люди в этом мире. Вот, может быть, вы, друзья, не знаете, что в основном настоящие даже американские бизнесы, которые имеют крупные компании, у них есть 10%, а то и более, каждый год они отдают на благотворительность. Это забота о нищих, забота о бедных, о голодных. Почему они это делают? Потому что они знают, что они были, во-первых, так научены, а во-вторых, они знают о принципе, который опять наставлен нам в Божьем Слове, сеяния и жатвы. Представь, насколько, если этим принципом владеют и верят в этот закон сеяния и жатвы люди в этом мире, а почему они это делают? Потому что они видят результаты, что закон этот работает. Что когда они сеют, когда они благотворят, таким образом они процветают. Насколько мы, друзья, обладающие, мы имеем монополию на эту истину, потому что Христос сказал для нас о том, что если вы сделали в мое имя, вы увидели голодного и вы его накормили, вы это сделали для меня. Христос говорит, если вы увидели нагого и вы одели его, вы это сделали для меня. И поэтому мы, как христиане, благотворительность является очень большой ответственностью, я сказал, на нас, христианах, и на церкви, и мы должны это делать. Я никогда не забуду один пример, как один пастор делился. Это была одна история, потрясающая с его жизни. Мы сегодня говорим о важности благотворительности и почему мы, как христиане, должны не переставать благотворить. Этот пастор расскажет, это было перед Рождеством,
И говорит, он шел в ресторане, и он возле ресторана, и он увидел одного нищего бездомного человека. И он просил милостыню или помощь. И он не дал ему какой-то доллар или не благословил его, что он просил. Но он взял его, завел в ресторан его и посадил его в одном месте, а сам пошел в другое место со своими друзьями. Он был, пришли на динер, то есть на ужин. И говорит, когда мы сидели, общались, я, официант, начал, скажем, отдал меню этому бедному человеку, бездомному. И он читал это меню, и мы сидели в одном углу, а мы видели, как он читал это меню, выбирал, что ему заказать. Говорит, после где-то прошло 5 минут, говорит, я смотрю на то место, где был этот бездомный, где мы его посадили, его не оказалось там. И потом мы не поняли, ну ладно, что такого. Он ушел из этого ресторана, возможно, он передумал, возможно, ему не нужна была пища. Много можно было найти ответов. Однако же, друзья, этот пастор рассказывает, что в тот вечер он пришел в свою молитвенную комнату, и он начал молиться. И перед ним встает просто в видении этот нищий человек, которого он привел в ресторан, и говорит следующие слова: «Я был голоден, и вы накормили меня». Вот что такое благотворительность. Что это делает благотворительность наша? Мы этим же самым служим Иисусу Христу. Ты вот знаешь, потрясающий пример. У меня прям мурашки по коже от такой истории. И я думаю, что многие из наших телезрителей, вы друзья, партнеры, те, кто жертвуют нищим, голодным, вдовам, сиротам, вы даже недооцениваете тот колоссальный вклад, который вы делаете в жизнь и в спасение этих людей. И мы безмерно благодарны вам за это. Библия также еще нам освещает вопрос благотворительности, чтобы мы, друзья, не переставали. Будем делать добро и не уставать, написано в Библии. Но однако же я хотел, друзья, чтобы мы прошли сейчас вот по некоторым местам и определили важность благотворительности. Что мы, да, ты знаешь, Юля, мы иногда бываем настолько духовными, что мы верим в дары Духа Святого, мы верим в Божью силу, мы говорим о помазании, мы говорим о Божьих глубинах. И в то же самое время мы забываем, мы очень мало в церкви говорим о благотворительности, насколько Христос дал нам это послание. И особенно в нашем случае, потому что, друзья, мы служим то служение, которое Бог доверил нам. Представляете, это в Африке, это в Индии, это на Ближнем Востоке, когда мы достигаем мусульман, и также используя благотворительность. И мы используем эти принципы, на самом деле, на практике. И мы видим, что вся благотворительность, которую мы делаем, она не просто является добрыми делами, о которых Христос сказал, чтобы мы творили, но эта благотворительность, которую мы делаем, она направлена на то, чтобы в конечном итоге человеческое сердце было открыто для Иисуса Христа. И мы видим результаты, как благотворительность и то, что мы делаем, оно касается очень сильно людей. И люди видят, что есть Божья любовь. Люди видят, что мы приходим к ним во имя Иисуса Христа, и благотворительность делается во имя Иисуса Христа. И поэтому я хотел, друзья, сейчас, чтобы мы очень быстренько прошлись по некоторым местам Священного Писания и увидели, что Библия говорит о благотворительности. Итак, притчи, 11 глава, 25 стих. Здесь написано следующее. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот сам будет напоен». Какое сильное обетование. Благотворительная душа, она будет насыщена и душевно, и духовно. Человек чувствует целостность, полноценность, духовную полноту, когда он благотворит, когда он кормит голодных, когда он участвует в каких-то благотворительных программах. И все это он делает во имя Иисуса Христа. Его душа будет напоена, насыщена. Написано в притче, 19 глава, 17 стих, написано: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Итак, кто будет воздаятелем для тех, кто благотворит и не устает в этом? Сам Господь. Бог говорит, что он будет воздавать. Каким образом, когда, в какое время, в какой форме Бог будет воздавать и вознаграждать нас, мы не знаем, но однако же,
У Бога не остается ни одного, скажем, благого или доброго дела, когда мы кормим голодных, когда мы едем в Африку и жертвуем на муку для этих вдов, когда мы испекаем этот хлеб в этой хлебопекарне. Мы благотворим. Кажется, да, у Бога, кто-то сказал, у Бога очень сильная бухгалтерия, ничего там не убывает и ничего не забывается. Друзья, следующая притча, 22 глава. 9 стих, здесь написано, давайте откроем, 22 глава притчи, 9 стих, написано, «Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». Итак, когда мы делим хлеб свой, этим же самым мы будем им наследовать благословение. Вот об этом говорит Библия и подчеркивает важность благотворительности. Еще очень важный важное место Писания. Мы сегодня, друзья, говорим о том, насколько важно благотворить, кормить голодных и это делать во имя Иисуса Христа. И то, что мы делаем, и то, что мы хотим, чтобы вы увидели вместе с нами, Бог открыл ваши духовные глаза, что вместе с вами мы можем не только прокормить себя, вместе с вами мы можем не только кормить людей, которые живут возле нас, наши ближние, но также мы можем кормить людей в Африке, то, что мы делаем, и этим же самым мы также будем иметь награду от Господа. Есть, скажем, в благотворительности есть два крыла, я бы сказал. Первое крыло – это когда мы благотворим, потому что мы движимы сочувствием и состраданием к нашему ближнему. И это хорошо. Потому что об этом Христос учил, и Писание говорит, но есть вторая сторона благотворительности. Друзья, послушайте, когда мы движимы не чувствами милосердия или сострадания, но когда мы движимы нашей собственной нуждой, у нас самих есть нужда, и мы находим человека нуждающемуся, и мы благотворим, делаем добро для него, это первое. И мы действуем, второе, согласно просто послушанию Божьему Слову. И когда мы послушны Божьему Слову, как мы прочитали только что о слове, о обетованиях Божьих, которые говорят нам о благотворительности, и когда мы просто начинаем выполнять эти обетования, мы, друзья, видим, что благословение тогда не только мы благословляем нуждающихся, бедных, голодных или нагих, но мы сами пожинаем эти благословения в нашей собственной жизни. Итак, подкрепим это место Писания, Исаия, 58 глава, это написано 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой». Итак, простая истина, друзья. Как мы можем разделить наш хлеб с голодным? А вот как раз участвуя в служении, участвуя в благотворительных сами лично, или кто-то, может быть, едет, или вы, друзья, если Господь побуждает ваше сердце просто разделить ваш хлеб с голодными в Африке, там, где мы трудимся. И у меня здесь выписаны очень сильные последствия, когда мы выполняем, разделяем хлеб с голодными. Какие последствия? Озвучь, пожалуйста. Через благотворительность, через то, что мы разделяем хлеб наш с голодными, мы активизируем что-то в духовном мире и становимся наследниками Божьих благословений для своей жизни. Мы об этом мало слышим, мы иногда очень часто слышим или пытаемся, знаешь, когда говорим о благотворительности или о служении, что мы должны благотворить ближнему, мы всегда слышим призыв к сочувствию. Иногда даже кто-то плачет для того, чтобы вызвать сожаление. Ну давайте же поможем этим людям, какие они бедные, какие они нищие, какие они нуждающиеся. Но, друзья мои, это все правильно, но есть что-то больше, глубже, о чем мы сейчас прочитали, что мы делимся с голодными, мы кормим голодных, мы разделяем свой хлеб с ними. В то же самое время, я хочу, чтобы вы сейчас увидели, есть 5 сильных обетований, которыми Бог желает благословить нас, когда мы разделяем наш хлеб с голодными. Итак, первое, здесь написано, что когда мы разделяем хлеб наш с голодными, написано следующее. «Тогда откроется» в Исаии 58:7. «Тогда откроется, как заря, свет твой». То есть люди, которые живут во тьме, люди, которые нависла тьма, может быть, в их жизни, но когда они благотворят,
начинает открываться свет, и этот свет начинает светить. То есть дела благотворительности, они обладают способностью как свет, и они начинают освещать эту тьму. Христос сказал, что мы являемся светом, и Христос даже сказал больше того, что так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели что? Не наши слова, а наши добрые дела. Благотворительность – это не слово, это дело, которое просвещает или просто излучает большой свет. Об этом написано. Следующее, второе. Когда мы разделяем хлеб с голодным, Бог говорит, что исцеление твое скоро возрастет. Как мне нравится это обетование. Что это значит? Когда даже мы больны в теле, когда мы даже больны, или я верю, что мы верим в душевное исцеление, да? Угу. Есть много раненых людей, которым также нуждается в исцелении их души. Но когда мы благотворим, когда мы разделяем хлеб с голодными, этим же самым мы касаемся Божьего сердца, и Божье исцеление начинает приходить в нашу жизнь. И написано, в английском переводе написано, что это исцеление станет быстрым. Иными словами, через благотворительность, через разделение нашего хлеба мы можем ускорить исцеление Божье в нашей жизни. Это очень мощно. И следующее, третье, это правда твоя, здесь написано, пойдет пред тобою. Что это значит? Если мы разделяем хлеб наш с голодными, это значит, что наша правда, может быть, у вас кто-то много обвинителей, но знайте, что Божья правда вас торжествует, потому что вы активизируете через разделение хлеба с голодными Божью правду. И эта правда, она возрастет. И более того, здесь другой смысл этого слова «правда возрастет». То есть человек, он утвердится в своей праведности. И четвертое. Слава Господня, как мне это нравится, слава Господня будет сопровождать тебя. Другой перевод говорит, слава Божья, она будет твоим вознаграждением за то, что мы преломляем хлеб, кормим людей в Африке голодных. И те люди, которые поддерживают это служение, стоят вместе с нами, они не просто получат очередной чек дополнительный, или не просто они пожнут 100 крат финансовых каких-то благословений. Это намного больше. И Бог говорит, что слава Божья. Другой перевод говорит, что будет сзади тебя сопровождать. Другой перевод говорит, я исследовал эту тему, она будет, слава Божья будет твоей наградой. Mm-hmm. Какое сильное слово, да, относительно благотворительное. И последнее, Господь говорит, что тот, кто разделяет хлеб свой с голодным, написано, воззовет Господу, и он услышит его, возопьет к Богу, и он скажет, вот я. Итак, наша благотворительность, когда мы разделяем наш хлеб, Бог говорит, что когда в момент нужды, может быть, вы сейчас не нуждаетесь, друзья, вы говорите, мы все у нас есть, у нас есть достаток благословений, мы нуждаем. Но придет время нужды, придет время осады, когда придет время шторма какого-то, придет время голода, возможно, мы не знаем, какие времена ожидают нас в будущем. Однако же, когда мы благотворим, преломляем хлеб, Бог говорит, что придет время твоей нужды, и ты возопьешь ко мне. И Бог скажет, вот я, Бог твой, обеспечитель твой, Бог всемогущий, я тебя прокормлю, я тебя одену, ты потерял работу, я благословлю, я буду твоей наградою. И поэтому вот эти вытекающие благословения, друзья, с которыми мы хотели с вами поделиться сегодня, и я верю, что есть люди, которые сегодня с нас смотрят. И Божье Слово, сейчас я верю, оно касается чьего-то сердца. И люди просто жаждут сегодня, говорят, Господь, я хочу, чтобы эти благословения, они были активизированы в моей жизни. Аминь, Павел, я тебе больше скажу, что они касаются и моего сердца также, потому что мы, друзья, когда готовились к этой программе, я не все знала о том, что будет говорить сегодня Павел, поэтому то, что я слышу сейчас от тебя, это также очень глубоко касается моего сердца и зажигает там Божий огонь. И сейчас, пожалуйста, поделись предстоящими планами твоей будущей поездки, которая состоится в ноябре, в конце ноября, и... Может быть, посоветуй нашим друзьям, нашим драгоценным телезрителям, как они могут активизировать все вот эти пункты, которые сам Господь оставил, как правило, в Слове Божьем. 28 ноября мы собираемся группой лететь в Руанду опять.
продолжать то служение, то дело, которое Бог поручил нам делать. Это проповедовать Евангелие в Африке, в Руанде. И как мы это делаем, вы уже слышали, друзья. Мы с одной в одной руке мы несем этот хлеб, а в другой руке мы несем Евангелие и проповедуем. Итак, мы будем, в этот раз мы будем находиться в самой нищей восточной части Руанды, которая граничит с Бурунди. И намечены очень большие планы. Мы вот занимаемся подготовкой уже немалое время. И наша молитва, наше желание перед Господом, чтобы пришло множество людей. И мы будем в этой части восточной Руанды для того, чтобы целый день, у нас будет 3 дня евангелизации. И целый день, один день мы уделяем чисто благотворительности, кормлению людей. И можете представить, друзья, что будут люди, которые будут идти около 4 часов, нам уже передали, на эти события. Ногами своими, с гор спускаться, потому что в этой долине будут установлены специальные места, где будут в течение целого дня, мы собираемся накормить около 25-30 тысяч единиц хлеба выпекти на этой же хлебопекарне, которую Бог доверил нам 2012 года. И кормить целый день людей. И более того, на протяжении 2 дней у нас будет евангелизация, когда мы будем говорить слово жизни, будем проповедовать Евангелие, будем молиться за нужды людей. Мы верим, что многие сердца будут обращаться, открывать свои сердца к Господу. Мы будем молиться за исцеление людей, мы будем молиться за их нужды. И таким образом Евангелие будет проповедоваться так, как Христос поручил нам его проповедовать. Но как ты можешь сейчас, обращаясь к нашим телезрителям, к нашим друзьям, пожалуйста, совет им в их жизнь, в их судьбу, как они могут активизировать вот все эти Божьи обетования в своей жизни через благотворительность? Сейчас у вас есть, друзья, уникальная возможность, привилегия просто благословить людей в Африке, в Руанде, которые голодные, как мы начинали эту программу или видели, что есть места на этой земле, тяжело поверить, однако же, где люди в прошлом году, в 2015 году осенью, мы были свидетелями, когда в этом лагере в Кизиба люди дрались за хлебом. Просто ситуация вышла так из-под контроля, что мы должны были остановить раздачу хлеба в одной части на этой площадке, где была евангелизация, и перенести совершенно в другой угол лагеря, потому что люди, просто дети, взрослые, они дрались для того, чтобы взять, получить булку хлеба. Друзья мои, это на самом деле, мы именно это выполняем, то, что Христос сказал. Идите в этот мир, проповедуйте Евангелие. Особенно мы говорим об Африке. Мы не идем в Африку с красивыми одеждами, как сейчас, или в красивых шикарных костюмах, как люди здесь ходят. Мы идем, одеваемся так, как они одеваются. Мы становимся на их уровне, опускаемся. Мы доносим их слово, мы кормим их, восполняя вот эти насущные нужды, разделяем с ними хлеб, кормим им через хлебопекарню. И в то же самое время мы делаем самое важное. Мы проповедуем им, кто есть Иисус, что Иисус Христос спасает от грехов, что Иисус Христос освобождает, что Иисус Христос, Он может исцелять людей. И таким образом мы несем Царствие Божие этим людям. Потрясающе, друзья. И что хочется сказать, отпускайте свой хлеб по водам, и по прошествии многих дней он найдет вас. И я верю, что он найдет не только вас, но он найдет и ваше потомство, ваших детей, ваших внуков. Мы благодарим вас, мы рады были быть сегодня вместе с вами снова и будем ждать с нетерпением нашей следующей встречи и иметь общение с Господом и с вами. Берегите себя, берегите своих близких, и да благословит вас Господь.